Заседание экспертного совета по профилактике распространения экстремистской и односепаратистской идеологии, идеологии терроризма среди населения Ненецкого округа прошло в Нарьян-Маре. Члены совета рассмотрели предложения по повышению эффективности действий органов госвласти региона и местного самоуправления по профилактике террористических угроз. Мнения были высказаны по итогам проведенных в Ненецком округе социологических исследований. В настоящее время разработан проект государственной программы, в состав которой включена подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Ненецком округе». Участники заседания отметили необходимость организации ежегодных общественно-политических мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России 3 сентября. В этот день в Нарьян-Маре предлагается силами общественных организаций провести массовую акцию, направленную на противодействие терроризму.